Подождите. Уникальный, да? Кто здесь был? Вот эта вот машина чья? 13-й батальон. 13-й это Кривпас? Да, откуда я знаю? Украина. Выбили мы. 13-й батальон. Вон погоны, майор. Можете давно ушли отсюда? Показать. Вот Питер. Пока Нет, это мой, ты что, меня руководство начали. С работы уволят. Что надо? Это что такое? Это Национальная гвардия Украины. Нет, подожди. Там так написано. Это не Нацгвардия. Нацгвардия что-то. Нет, это сухопутные бронные силы. Вот. Попутные. Да ладно, помест. Расскажите про машину, которая за вашей спиной. За нашей спиной. Они оказывали сопротивление, пытались прорваться. По этой трассе через мост вывести свой. Еще раз, что они делали? В общем, пытались прорваться, уйти. Вот, соответственно, мы не дали им пройти. И завязался бой. Соответственно, все остановлены. А что в этой машине? Командный состав был. Вот, руководство. Офицеры. Здесь, в этих машинах было вещи. Они пытались эвакуироваться, отходили, и, соответственно, мы их остановили. То есть командование, вот. В общем-то... Здесь, да, командование, они убегало, само руководство, сами эти... С первых уходили, оставляли своих, как сказать, военнослужащих. Так они там и остались, они не смогли вырваться? А они вывезли, да, они ночью вышли, вывезли, вот. Скажите, где-то добыли, что ли? Ну, она как маскировочная идет, соответственно. Ну и тепло в ней. То есть она белая, поэтому... Да, но она неоднократно жизнь спасала. Каким образом? Ну, под обстрелом, когда был. Нормально все. Позывной скажете или как? Мой позывной Пума. Пума. Спасибо. Хорошо. Бальцев все равно начался. Моя работа. Я как начал палить, обосрались. Мы им просто бой навязали. Погибает его сейчас лупят, да, получается? Ну, как сказать, это остатки. Вот. Мирные жители нас очень приветствовали. Вот. Видите, когда люди начали выходить из подвалов, вот, плачут. И с надеждой, что, как сказать, мы здесь прекратим всю эту интервенцию, безобразие, потому что наемники, украинская армия, которая здесь была, они издевались над гражданскими, вот, глумились над женщинами и, соответственно, все остальное. Вот. Люди даже были, как сказать, мы когда грузили свой флаг, они долго, родители подошли с детьми и плакали, стояли. Вот. А вот еще раз поподробнее можно. Генерал Казицын, казаки, в смысле? Да. Он руководил всей операцией. Вот. Был из первых. Если поподробнее, что за операция? И... Ну, вон, мы очищали от укропов все здесь. Они пытались прорваться. Получается, заявление Порошенко о том, что они вышли с полным составом и со всей техникой. Все это брехня. Все это брехня. Техники много осталось. Конечно. Все это брехня. Как они воевали, как обстреливали. Люди жаловались. Люди жаловались, что каждый день минометы работают, обстреливают. Вот, соответственно. Когда они вышли из укрытия. То есть вот это все вот ихний тоже трофейный получается. Да, все это вот ихний. Прибравил, вот. Разбомбили здесь. Это генерал с большой буквы. Им почет и хвала. Я за ним. Я рад, что у меня такой командир. То есть это казачья национальная гвардия, да, получается? Да, так точно.
я имею за честь служить под руководством такого генерала. Встречались же с армией ДНР? Нет, еще не встречались. Вот. Так что мы вот, видите, это наша вся работа, которую выполнена. Вот. Здесь флажочков не хватало. Флажочков? Наш флаг висит, вот. Наш флаг. Вон, братик, смотри. Наши выгрузили здесь флаг, и там флаг выгрузили. Да, БК, он, видишь, драники, связь, видишь, последок, гранатометы, гранаты, смотрите, вот, вот подствольники, вот подствольники, гранаты, генератор, ну это узел связи был, вот, здесь вот БК, снаряд попал, разорвало все. То есть фактически вы зашли не в тыл, это же северная часть города. Они ожидали, что их здесь встретят? Они от нашего набора просто охренели. А пленные есть, хоть получилось кого-то взять или... Да, на второй площадке были сданы, как сдались. Но они еще своих расстреливали, кстати. Когда мы им предлагали сдаться, они расстреливали своих бойцов. Вот. Чтобы не сдавались. Да, 5 человек они расстреляли в спину. Там даже где-то есть яма, вот, где они трупы поскидывали. Уже не вывозили они, там прям в яме трупы валяются. Вот, они даже своих не забирали. И как те люди, которые хотели их не сдаться, вот, когда поступило предложение, они их расстреливали самолично. Офицер выходил и расстреливал всех, вот, кто пытался сдаться. То есть моральное состояние у них в армии очень низкое получается? Ну, от наплыва нашего, как сказать, оптимизма, вот, они просто были шокированы. У нас ребята идут с Богом. Бога, как сказать, Бог с нами и вера с нами. Мы идем защищать детей, людей, женщин, вот, стариков. Ради этого мы здесь. Мы освободим от всякой нечисти, вот этой национального фашизма этого всего. У меня дед прошел 3 войны. Вот. Я практически вторая война иду. Что на Дебальцевском петле это не остановится. Они все побросали, да? Да, побросали, бежали. А это получается... Это вот от пушки. Пушки, да? Гильзы остаются. И много тут такой брошенной техники. Да? То есть подарков будет. Ну, берем, чиним. Будем пользоваться против их. Что еще делать? Ну, ты тоже боец Казачьей национальной гвардии, да? Да. Ну, что дальше? Сейчас снова перемирие. Будет оно продолжаться. Ну, они как бы не хотят... перемирие. Минометами постоянно кроют, градами. То есть украинцы даже не хотят? Конечно. Если бы хотели помириться, бы они бы ушли бы, оставили людей в покое, не терроризировали их. Если бы вот снайпера, блядь, в центре Дебальска на местных жителях учились стрелять по движущейся цели. Это перед Новым годом еще было. А сейчас бои, а где они идут? Ну вот, вот здесь вот, в километрах 3-5. То есть сейчас уже севернее Дебальцево началось, да? Да, даже смотри, вон они. То есть убегали они отсюда очень быстро? Ну да, потому что, если видишь, неотстрельные боеприпасы здесь, масса неотстрельных боеприпасов, вот, видишь, вот. Все это неотстрельное. Это кумулятивные, да? Это кумулятивные. Здесь бронебойные, смотри, всего. Вот. Так что смотрите, сколько масса здесь. Ну, они были шокированы нашим наступлением на них.
Даже, блядь, на великах катались. И велики, наверное, местных и есть. Сомневаюсь, что они привозили их с собой.